Всех приветствую на своем канале. Сегодня будет обзор моей косметики, которой я пользуюсь. Чистая линия. Детокс маска для лица. Очищающая уголь, глина и зеленый чай для тусклой кожи. Думаю, после зимы это самое то, что надо. Уголь натуральный абсорбент освобождает кожу от токсинов, загрязнений и кожного жира, глубоко очищает. Зеленый чай – мощный антиоксидант. Улучшает цвет лица, активирует сияние, сужает поры, матирует и сглаживает. Сейчас раскрою, вам покажу, как он выглядит. Вот такой вот баночки. Ничего больше не написано. Чистая линия и маска для лица. Все. Вот так вот он выглядит. Маска. И пахнет. Так. Следующая чистая линия, крем, уход для рук, интенсивное увлажнение, сок алоэ. Разглаживается легко, впитывается быстро, приятный запах. Эйвон, каре. Увлажнение с алоэ и огурцом. Очищающее средство для лица. Для всех типов кожи. Так. Магнит косметики брала. Либли Дерм. Крем антиоксидант для лица, витамин Е. Тоже хороший, мне нравится. И вот такой вот крем. Вокруг глаз. Идеальное средство против темных кругов и отечности. Возвращает коже упругость и гладкость, а и вид. С черникой. Тоже они мне очень нравятся. Дальше купила вот такую вот жидкую матовую губную помаду. И здесь еще был контурный карандаш. Тоже Магнит Косметик. Марка Эвелина. Не фокусируется. Набор для макияжа губ. Жидкая матовая губная помада и контурный карандаш. Сейчас открою, покажу. Вот он, карандаш. И вот губная помада. Такая вот. Вот, не тянется. Вот я уже намазала. Наносится легко. Пахнет. Такая вот помадка. Эвелина маска для лица Детокс. Мне она очень понравилась. Кожа после нее мягкая, бархатистая. Советую. И купила вот такой вот Эвелины Косметикс. Коэнзимы молодости. Мгновенная маска с кислородными комплексом. Глубокая увлажняющая сос. Такую я еще не брала. Попробую. Потом расскажу.
Вот вся моя пока косметика, которой я пользуюсь. Вот такую вот подушечку сегодня купила. Правда, не Магнит Косметик, в другом магазине мне понравилось. Ребенку взяла для головы. Вот с такой вот пуговицей. И с петелькой. 340 рублей. Мягкая. Это та косметика, которой я пользуюсь всегда. Мне нравится она. Всем пока-пока. До скорой встречи.